«Посмотри на мир, он куда удивительнее снов» – так называется выставка, с которой в Химки приехала знаменитая художница Татьяна Костина. Ее картины уже были представлены в Третьяковской галерее и Лувре, а теперь украсили пространство музейно-выставочного комплекса «Артишок». Вдохновляют на творчество, как рассказывает Татьяна Костина, ее многочисленные путешествия. И вот эта природа, которую я вижу, Байкал, Камчатка, Кавказ, ну что у нас, вот Крым из свежего, там Владивосток, ну там просто, ну, источник такой, что картины можно писать и писать и писать. Художница с 15-летним стажем вспоминает, как случайно вступила в мир искусства. Пришла за дочерью на индивидуальные занятия по рисованию и сама увлеклась живописью. Преподаватель заметила ее интерес и предложила заниматься искусством. Теперь уже педагог Татьяны посещает почти все выставки своей ученицы. На дому занимались мы, на кухне я приезжала, потому что у нее дети маленькие еще были. Рисовали на кухне, маленькой кухне, посередине собака лежала. Еще обходили ее, ну, учились и заодно сразу писали картины. Татьяна пишет картины маслом, а еще акрилом, пастелью и акварелью. При создании этого пейзажа выбор красок добавил неожиданный поворот, который придал дополнительную историю изображению. Я использовала льняное масло. Вот, то есть я закрыла фон, оставила и уехала. Приезжаю, это была зима, и вижу, что вот здесь лапки. Короче, голодная мышь. Да, вообще, тут котик, тут мышки. Картины в жанре абстракционизма, реализма и импрессионизма заинтересовали посетителей выставки. Сергей – частый гость разных экспозиций, делится, что впечатлен работами художницы. В картины можно погрузиться, и как будто я чувствую, что я бывал же в тех же местах, испытывал те же эмоции. Это все как-то перекликается, ну, не знаю, там, с красотой мира, с красотой происходящих вещей вокруг нас. Всегда интересно увидеть что-то новое, которое она открыла для себя во время путешествий. Удивительно, что для Татьяны Костиной рисование – это лишь хобби, несмотря на большую востребованность. Она продолжает трудиться в сфере логистики таможенного дела. Когда я пишу картину для себя, то каким-то непонятным образом она тут же сырая находит своего покупателя. В общем, у меня самой очень мало что висит дома. Познакомиться с творчеством этого талантливого автора может любой желающий. Выставка работает в музейно-выставочном комплексе «Артишок» до 24 ноября. Юлия Самошна, Андрей Панченко, Вилфред Имковский. Новости Химки ТВ.